Я всегда был мечтателем. Мечтать ведь ничего не стоит. Самое трудное – это заставить свои мечты осуществиться. Обожаю вкусную еду, футбол и машины. Это и есть мои мечты. Лучший ресторан в окрестностях. Когда мне было 19, моя страсть к еде привела к тому, что я открыл ресторан. Я хотел, чтобы там была семейная атмосфера. Мне так и не удалось играть на высоком уровне. Но когда у моей команды случился финансовый кризис, я купил ее и спас от банкротства. Быть частью Роттерхэм Юнайтед — это замечательно. Я чувствую себя так, как будто играю за Ювентус. А еще автомобили. Обожаю итальянские машины. Свой первый Феррари я увидел в Риме. Это был белый Дино. Вокруг него собирался народ, чтобы поглазеть. В тот день я влюбился в Феррари. Эта машина всегда была недосягаема, но я не переставал мечтать о ней. Я повторял про себя: «Феррари, Феррари, Феррари». И спустя 20 лет моя мечта осуществилась. Живите своей мечтой и верьте в себя. Это единственная возможность заставить ее осуществиться. В моей жизни существуют три страсти. Как настоящий итальянец, я люблю хорошо поесть. Самая дорогая вещь, которая у меня есть, это мой Феррари. Ну и футбол, он у меня в крови. Сегодня мои мечты связаны с футболом. Я хочу, чтобы когда-нибудь моя команда заняла первое место в премьер-лиге. Я никогда не перестану мечтать. Это моя главная цель.